Значит, мы все вместе. 3, 4. Аделина Сотникова! А вот она уже здесь. Хорошо, я... А чего могу, что не взял?
Ну как ты? Замученная гастролями. Как ощущения? Все очень классно, очень круто. Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. Мне большая честь выступать перед детьми, так как я знаю, как это не просто, как я это сама проходила. Это мне большая честь, и здесь моя семья. Я благодарю свою семью, что Алику, свою сестру, Алику, маму, папу. Спасибо вам большое за то, что вы так меня приняли, знакомы, поддерживали. Я очень люблю вас, и я буду рада еще много-много раз перед вами выступать. Можно ли у тебя вопрос решить Максима Краньков? Говорят, Максим, что ты к победе от Ирины Сотниковой радовался даже не меньше, чем двум своим золотым олимпийским медалям. Правда? Ну, момент истины. Смотрите. Да, действительно, это правда. И у меня был свидетель, который не даст соврать. Мы с Алексеем Васильевым вместе комментировали выступление женского одиночного катания на Олимпийских играх в Сочи. И когда каталась Аделина, я все ее выступление стоял на ногах и очень сильно за нее волновался. Я выключил микрофон, чтобы ни в коем случае не помешать, не сглазить. И в тот момент, когда Аделина, я ей тоже рассказывал эту историю, когда она свой второй флип прыгнула в произвольной программе, я сел и сказал, у нас как минимум медаль, а максимум мы будем чемпионами. И это очень специальные для меня такие воспоминания, очень важные, потому что в этот момент, когда Аделина закончила свою программу, весь зал вместе с ней заплакал, весь зал стоя плакал вместе с Аделей, потому что она в свои 17 лет оказалась самой стойкой, она оказалась самой сильной, и она настоящая наша звезда, наша олимпийская чемпионка, первая в истории, наша в фигурном катании легенда 17, я ее называю, потому что хоккей такая есть, теперь и у нас такая есть. Это великая победа, и я надеюсь, я хочу пожелать всем нашим девчонкам, чтобы это стало традицией, чтобы Аделина не осталась первой и единственной. А может быть, двукратной будем, да? Осталось-то всего 4 года, разумеется. Как держать Аделину? Мы будем держать за тебя кулаки. Олимпийская чемпионка. И заставила нас поверить в чудо. Всех нас, всю страну. Ваши аплодисменты, Аделина. Двукратный олимпийский чемпион, как сказал, и Максим Краньков. Спасибо.